Участники рабочей группы по празднованию 550-летия Чебоксара, столетия Чувашской автономии, обсудили изменения в плане основных мероприятий по подготовке к юбилейным датам. Напомним, указом президента страны Владимира Путина оба праздника – столетие Чувашской автономии и 550-летие ее столицы – внесены в федеральный календарь памятных дат. Мы федеральными министерствами отрабатывали. В принципе, можно было сказать, мы с учетом наших выстроенных отношений неплохо двигались, но жизнь складывается непростая и в экономике, и в финансово-кредитной сфере. И наша задача с вами еще раз посмотреть по тем объектам, которые были у нас в плане мероприятий, и мы обязаны тоже скорректировать с учетом дефицита бюджетных средств. В новом плане по подготовке и празднованию юбилейных дат, предложенном Минкультуры Чуваши, остались такие события, как Чебоксарский международный кинофестиваль, международный оперный фестиваль и другие. Кроме того, в него добавлены мероприятия международного и всероссийского масштаба. Всероссийский фестиваль народного творчества «Мосты дружбы», «Крым и Чуваши». Всероссийский фестиваль детского самодеятельного творчества «Сердце России». 8-й форум публичных библиотек России, библиокараван и другие. В плане остаются реставрационные работы на объектах культурного наследия, которые станут основными площадками празднования юбилейных дат. Кроме того, есть объекты, которые финансируются из федерального бюджета, а по другим программам. Хирургический корпус онкодиспансера, Московский мост, филармония. Все это в комплексе поможет изменить облик Чебоксар и улучшить городскую среду. Глава Чувашии заметил, все средства, выделяемые из федерального и республиканского бюджетов, должны быть использованы максимально эффективно.